Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Продолжаю сборку BRDM-1. И получается довольно-таки интересный бронеавтомобиль «Амфибия». Красивые формы. Интересная, конечно, очень модель. Мне нравится и BRDM-1, и BRDM-2. Что были комментарии, что лучше собрать BRDM-2. И BRDM-2 тоже хочется собрать. Надеюсь, я его соберу. Вообще нравится вся линейка БТРов, БРДМов. Очень красивая боевая машина. Как видите, уже собрал корпус, соединил нижнюю и верхнюю часть. Самое трудное, наверное, в сборке это было собрать боковины, корму и потом пристыковать верхнюю часть. Аккуратно это все делал. Потом аккуратно зачищал швы, поставил, приклеил мелочевку, начал делать фототравление. Фототравление клею клеем Момент Профи Плюс с кисточкой. Ну, а все остальное клеем от Мистер Хобби. Мистер Цемент, супер текучка. Модель в сборке нравится. Сейчас приклею остальные детали. Рекомендую любителям советской бронетехники собрать данную модель. Хорошая, интересная. Интересовался историей создания BRDM-1, BRDM-2. Машины специально создавались для разведывательных операций. И почему BRDM-1 сменила BRDM-2? BRDM-1 было слабенькое, конечно, вооружение. Ну, не знаю, почему мне BRDM-1 нравится тем, что корпус ниже. Мне кажется, она не так заметна противникам. Двигатель спереди защищает экипаж. BRDM-2 уже наоборот, двигательная установка установлена в корме, но более мощная. Ну, это мое мнение, конструкторам и разработчикам, конечно же, видней. Работать с клеем одно удовольствие. Положил деталь, прикоснулся легонечко кисточкой и все. Если клеите, например,
две детали, то нужно промазать и быстро склеивать. Очень быстро клей испаряется. И плюс от этого он не оставляет на пластике практически следов и не успевает въедаться в пластик. Пишите, друзья, в комментариях, что думаете насчет БРДМ-1, БРДМ-2. У кого какие симпатии, интересно послушать мнение людей и коллег по хобби. И, друзья, в каком формате лучше делать видео, тоже, может, подскажите. Много говорить или все-таки делать видео в ускоренном режиме и показывать самое главное. Я и так стараюсь показать более главные . Иногда концентрируешься, приходится молчать, что-то делать. Не всегда есть время разговаривать. Отверстие немножко нужно увеличить, чтобы лучше детали стали на место. Предварительно размягчим их клеем. Установил поручни. Теперь приклею шансовый инструмент. Тоже шансовый инструмент клею частично на моделях. Если я вижу, что я его могу покрасить уже приклеенным на модель, то я приклеиваю его. Если немного неудобно его красить, тогда
не приклеиваю и крашу отдельно. Например, лопату можно приклеить и ручку оставить зеленой. Очень часто я на военной технике видел ручки лопат зеленого цвета. Хотя многие пишут, что он должен быть деревянный. Для этого есть интернет, и можно всегда посмотреть. Лопату не буду вклеивать, пока поставлю. Клею пилу, на этом буду заканчивать. Ну, друзья, в следующей части уже, наверное, будет покраска. Извиняюсь, но с вот отравлением не всегда удобно работать. Хотя тут его и мало. Особо и показывать нечего по фототравлению. Приклеить пару деталей для троса, петли. И для пулемета стойку. Особо и нечего показывать. Ну и собрать пулеметы. Ну, уже в следующей части будем делать пришейдинг. Не знаю. Наверное, попробую на БРДМ-1 технику черное-белое. Я еще подумаю, посмотрю. Скорее всего, попробую ее применить, посмотреть, как получится данная модель после этой технологии. Ну все, друзья, спасибо, что смотрите, спасибо, что комментируете. Всегда рад подсказать вам, ответить на ваши вопросы, если они по делу и по существу. Всех благ вам и вашим близким, друзья. Оставайтесь с нами.